Он уже готов просто лететь. Он готов уже лететь прямо сейчас. Ну, на, ты снимай, я буду кормить. Ты уже включил? Угу. Вот так выращиваем мы на балконе птичку, невеличку. Угу. Мухами кормим. Из паршивого птенца. Вырос уже такой птенец. Ну, ой, большой. Чуть я его тут не прокинула. Мне главное, чтобы мухи не упали в этот самый иван-чай. Главное, чтобы он не вылетел. А то он уже тут сильно так вольготно себя ведет. Все, 4 мухи, может, хватит ему, а? Сейчас водой запьет. Уже потлустел. Хватит уже. Хватит. Ну вот воробей, как этот самый такой стал активный и посер уже вот раз. Ну, совсем окреп уже. Сейчас я ему воды дам еще и все нормально. Вот так.